Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня снять маленький ролик о получении саженцев посылкой. У себя здесь в Ленинградской области я не нашел этих сортов яблонь, поэтому нашел в Ютубе питомник в городе Хатунь. Я так понимаю, хозяин питомника Роман Калядин. Посмотрел я его ролики в Ютубе, почитал сайт, посмотрел группу ВКонтакте. Внушил мне доверие, и я заказал у него саженцы. Вот. Пришли они 19 марта, но почта у нас не работала, и я его забрал только сегодня. Сейчас мы их немножечко осмотрим, распаковывать я полностью их не буду. Ну, судя по внешнему виду, саженцы хорошие. Во всяком случае, то, что годовалое продается здесь, в питомниках Ленинградской области с закрытой корневой системой, гораздо хуже саженцы, могу сказать. Это 100% хуже. Не тоньше. И судя по высоте, так как эти уже подрезанные, готовые к посадке, эти саженцы гораздо выше. То есть вот здесь, как правило, продают. Они всего максимум такой высоты годовалые саженцы, как вот здесь уже подрезанные. Здесь у нас 7 сортов яблонь. Это Honey Crisp, белорусская сладкая, зорка, Ивант, Дарунок и Олеся. И 2 саженца груши Просто Мария. Просто Мария у нас есть в Ленинградской области в питомниках. Ну, решил уже заказать здесь. И 1 саженец смородины, сорт Добрыня. Крупноплодная смородина. Тоже видел в интернете ролики о этом сорте, и мне его захотелось. Вот такие саженцы. Ну, корневую систему пока не смотрел. Сажателя прикапывать буду завтра уже. Но могу сказать, во всяком случае, по качеству упаковки и скорости прибытия ко мне могу порекомендовать вам этот питомник. Но уже как там сорта совпадут, как они будут расти, об этом мы позже будем снимать ролики. Всем спасибо за внимание. Кому ролик был интересен, можете подписаться на мой канал и, соответственно, поставить лайк. Всем удачи! Вот такие вот саженцы.